А с сегодняшних игр когда протоколы будут? Чего? Ну, с сегодняшних игр примерно когда протоколы будут? Недель через две. Ну, а, ну, свободник там были. Понятно. Сейчас, я понимаю, межсезонье занятый такой. Трансфер, вся хуйня там. Ну, я вроде никуда не перехожу. Что, не предлагают? Карьерного роста нету? Чего? Карьерного роста нету, не предлагают никуда идти? В РФС? Может быть. А может и не быть. Я вот так думаю. Ну что ты? Группу ведешь, протоколы там исполняешь. Ценный сотрудник. Сейчас.
Подумал, блядь, уже стоит. Научены уже. Понятно. Да, Макс, да. Ничего, в мяч он сыграл. Красный аут. Он просто не дает.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Сколько у тебя вот матч стоит? Сколько твой матч стоит? 350. Хотите сняться? А? Хотите сняться? Да не. Да вы и так бесплатно сегодня снимаетесь. Я знаю. Не, просто что-то я помню, там рекламируют, там кто-то писал цену. 300 рублей выставлял. Я просто ради интереса. Сам смешной, знаешь, что в этих матчах своих узнаем? Лысины свои. Растет и растет. Потому что я же не видно, значит. Красный, Алексей, красный.
Первый тайм. Я свистел-то. Номер 33.
угол головы. Показывается форма, да?
как там? Коротенький, 24 часа. Маслом, что ли, полить, полили? Саня, Какой маленький перерыв делаете? Эх, наконец-то забыл.
дают команды вообще. Посмотри, твои ошибки виднее всего. То есть ошибка защитника, она видна, ошибка нападающего, она менее видна. А твои ошибки, естественно, все знают. Ты лето провел клёв. Он вообще так спорный. Ловко старше! Ну, а вы можете, значит, одна проблема, но он очень важный игрок. Значит, нас все. А девушки уже в высоту прыгают. Шоу.